Финал Б на чемпионате страны. Представитель Республики Крым. Дорожка номер 6. Жилкин Андрей владеет рекордом России 1:57.50. Илья Бородин владеет юношеским рекордом 1:58. В тот момент, когда Илья Бородин устанавливал этот рекорд, это был абсолютным рекордом страны. Разница между этими результатами год. Ну и, собственно, Андрей Жилкин в 21 году на олимпийском отборе установил рекорд, рекорд России. Илья Бородин плыл так в 20 году, и тогда это был рекорд страны. Так, ну давайте смотреть. Третья дорожка – это у нас Смыков. Шестая дорожка – это Погребняк. Собственно, между этими парнями сейчас и ведется основная работа. Погребняк чуть впереди. Смыков пока позади. Накатывает Рылько. И не сдается Егор Носов по ближайшей к нам дорожке. Но Погребняк впереди. На повороте больше секунды. Насколько я помню, Погребняка и Брас относительно неплохой. И Кроль довольно веселый. Но вот сейчас по первым движениям мне показалось, Смыков там и Рылько тоже Брасом себя чувствует неплохо. Корпус отрыва, наверное, уже не держится. Уже поменьше. Смыков хорошо отрабатывает Брас. Погребняк пока еще первый, но это уже не корпус. Наверное, это даже будет... Ну нет, наверное, секунда сохранилась. Да, секунда сохранилась. Соколовский вышел на третью позицию. Но сейчас все кролем будет решаться. Пара Соколовский, Рылько, Кузовкин определяют бронзового призера. Пара, говорю. Трио. Погребняк со Смыковым определяют, кто же будет сегодня чемпионом. Разница небольшая. Кстати, обратите внимание, Соколовский, похоже, бронзу точно выцарапал у своих соперников. Погребняк первый. Смыков второй, Соколовский третий. Ну и, собственно, вспоминаем, уже после первой стометровки разница была в секунду. И Погребняк, опять же, секунду эту сохранил после 150. И секунду и 0,3 реализовал по завершении всей дистанции. Ну и, как я говорил, 2:03. Второй, третий результат 2:04. Ну вот, наверное, вторая дисциплина, которая закончилась разительно быстрее, чем парни плыли на чемпионате страны.